силу того, что они у него были повышенного комфорта, и я ехал в Москве. Я думаю, все рыбы на ходу с нами приехали. Там тебе бы точно понравилось. Даже мне понравилось. Там вообще крутой макро. Там и на макро. Бери шаром туда, пожалуйста. О, вон синяя, смотри, гоночная какая-то. Дальше. Голубой олень. Yeah.
Какая-то экспортная, по-моему. Вер, у Никит такой был. Там такой был свет. Меня в детстве возили. А я другого? Дедушка был москвич. 412. Вот такой вот. Вон такой. Вот это заканчивается? Да, на таком я ездил в детстве. Смотри, какая машина. На выставке «Рэсинг машин». Thank you.
Уже не знаю, что интересно. Иди, а то сейчас как вывернешь, пойдем. Да, дальше точно поставим. Ой, боже мой. В кортеже, видишь, они участвуют? Нет, не я. Ну вон, видите? Я не знаю, на чем они ездят, но что-то типа такого. Thank you.
по железной по дороге, не мчит курьерский. А в Оркута, Ленинград, мы бежали с тобою, опасаясь тревоги. Не мчит курьерский. В Оркута, Я не умею. Дорогу. Чай мне не нужен. Чизбургер. А я чизбургер не буду там. Мы пойдем, мы будем устроены, так? Пойдем, так?